Люди по другую сторону прилавка. Уже в ближайшую субботу они отметят свой профессиональный праздник. А сегодня лучших продавцов чествовали в краевом центре. В рамках мероприятия в краевом правительстве также прошла выставка кулинарного и кондитерского искусства. Ставропольские мастера, помимо авторских тортов и пирожных, приготовили настоящие съедобные скульптуры. Работников торговли поздравил губернатор Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что качество их работы по достоинству ценят не только земляки, но и гости Ставрополя. Самое большое впечатление у наших гостей это от объектов торговли. Они покупают качественную продукцию, они уезжают с большими сумками от нас, они радуются тому, что мы ежедневно фактически употребляем в пищу. А после лучшим работникам отрасли вручили заслуженные награды. Помимо профессиональных достижений, чиновники отметили социальную ответственность бизнеса. Благодаря помощи предпринимателей в крае сегодня удается решить многие вопросы социальной сферы. Мне как из детского дома, директор детского дома говорит: «Татьяна, поехали с вами, мы, мол, с вами приобретем, там у меня просто на это нет времени». Я отдаю денежки, и как бы это сама они едут, сами закупают.